23 февраля по улице Советская, 2, города Каспийска, прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь памяти погибшего солдата в ходе специальной военной операции на территории Украины Исмаилу Гаджимахмудову. Начался митинг с гимна Российской Федерации, а после гостей ознакомились с биографией бойца. Исмаил Шамилевич родился 25 апреля 2000 года. В 2015 году поступил в колледж машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе. 12 октября 2022 года он был мобилизован. Исмаил ушел достойным мужчиной, достойно встретил смерть, отдал свою жизнь, не жалея ни капли крови, за нашу страну, за нашу родину. Так давайте же не забывать таких героев. Они настоящий пример для нашей молодежи, которые отдают свои жизни за матерей, за братьев, за сестер, за отцов, за дедов наших. В мероприятии также приняли участие близкие и родные погибшего бойца, представители администрации и различных ведомств города в лице заместителя главы Каспийска Гусейна Ункилова, начальника ОСЗН Джафара Насирова, начальника управления культуры Мурада Магомедова и многих других. Исмаил – это был очень единственным сыном семьи, и это была очень большая утрата для матери, для отца. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо, Разият, Шамиль, отец. Я знаю, сколько времени вам пришлось переживать. И отец, я знаю, Шамиль очень много сил отдал для того, чтобы найти своего сына и предать земле. Честь открыть мемориальную доску была предоставлена отцу героя и председателю собрания депутатов Абдулвахиду Джаватову. После все присутствующие почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.